Че, кресты тогда раздаю, да? Да, наверное. Здорово, Сим. Суслик, поставь этот стол. Обойдешься нахуй. Три не ему надо. Как дела? До встречи. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Просто как-то, я не знаю, оживить эту тему в группе насчет посланника. Может, там хочет человек 5, блядь, и придет и все равно чат брать, собирать. А че вы куда собрались? Ульду? А есть место? Более достойных соперников в Багровом. Мы не сейчас. Красно тратишь наше время, паладин. Блядь, подожди, там какой? 200? 200 какой шмот? 45-й? А, понятно. Да ВВК вроде бы, да? Мне ДД нормальный вообще босс уважать. Чё ты не снялся нифига ни с кого? Да ты долго к ним не подходил там. Пристук, Триси. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Утроба. Сейчас. Надо подождать.
чудовища повержены! Сторон. Добрый день. Всего сейчас хорошего. Великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь. Интересно, суслита и ревогуюсь. Надо ревогуюсь. Не врывайтесь тогда сильно с пула. На пулу нет. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Человек уверен, что именно ты сорвешь. Я думаю, с услетом. Эти чайнички. Всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Тут я главный. Он на сарм шпурит. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джарацус, эреданский повелитель пылающего легиона. Попыми. Служить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы с нашим сегодняшним дамагом там вообще проблем не будет с этой хуйней. Просто залить, даже вместе собрать его ЕСЕ. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Клоука давай убьем сначала. Нужно подойти. Сейчас.
полетят после меня. Своим пиздец уже. Нажми глыбу. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Слышь, на ретрика, в принципе, нормально, если нет ничего другого. Чем могу быть полезен? До скорой встречи. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... По официальной тактике рассказывай, как вчера ты там что-то пытался. Лестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Так если она сейчас сагрится на кого-то, я не успею там прожить. Стопудово сейчас услетим, как у них. Ну ладно, пойдем. Еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Видишь, что у нас боссы умирают быстрее, чем в ППГ, блять. Тут вообще по... Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Плащик, мне нужен пояс, который не упал. Что-то еще, наверное. Да-да. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов
будут принадлежать мне, Фордринг. Ты можешь ДД-шмотки одеть какие-нибудь. Там тринкеты, например, чешку. Ну, так, я ж хилю светом, и симул хилит там нехило тоже. Десятка от 25-ки сильно отличается? Нет. Да. Ну то в десятке две смерти на каком-нибудь плюс ноль, и это вайп уже. Да прибудет с тобой свет. Просто или куда-то? Бля, мне еще чифульди закрывать, пиздец. Десятки.
тогда, блядь, не была на один нахуй, не забыл обновить на протофале, блядь, частицу, я бы уже ходил с ачивой. 200к не добили. Прощай.